Книга «Открытым оком», том 25, тема «Промысел Божий», вопрос 3732. Я не была на занятиях 15 февраля, в день Сретения, но слышала, что вы говорили что-то необычное, бывшее в этот день, и все это как раз про Сретение. Что случилось? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Местная епархия выпускает свою газету в виде журнала в 22 страницы, в кавычках «Алтайская миссия». В номере 12 за 2007 год на странице 8 было одно из выступлений участников 3-го молодежного съезда местной Алтайской епархии, проходившего в городе Барнауле 24 и 25 ноября. В работе съезда приняло участие 249 делегатов и 18 гостей. Возраст делегатов от 14 до 30 лет. И вот одно из выступлений сразу же бросилось в глаза тем, что оратор упомянул о Христе и даже место из Библии привел. Конечно, меня это сильно заинтересовало, и я несколько раз его перечитал и решил найти автора – Четвергова Вадима. Даже не зная, кто он – семинарист, священник или гость, хотя написано, что он из Барнаульского благочиния. Он сказал, кавычки открыты, «Кто читает Евангелие, тот вспомнит, как однажды разговаривали ученики Господа с ним, говоря о том, что ждет нас, оставивших ради Него домы и друзей и обычный ход жизни, на что Спаситель ответил, «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Матфея 19:29. Вот и тут все сбывается. Верующие подтвердят, что родство духовное куда крепче и радостнее родства по плоти. Духовное единение во Христе, Господе нашим, дарит веселье и надежду всей нашей большой и дружной церковной семье однажды вступить в обители Божие на небе, в дом Отца Небесного, к чему мы все по сути и готовимся на земле. Приятно видеть сверстников, тоже любящих Христа, и церковь, приехавших со всей Алтайской земли. Кавычки закрыты. Прочитав накануне, помолился об этом человеке, и наутро снова он в памяти. Снова помолился и мысли, как бы поддержать его. В этот день наши братья собирались пойти в Покровский собор. Решил послать этому Вадиму 5 книг своих. Симфонию на жития святых, симфонию на 11 неканонических книг Библии, «Для Слова Божия нет уз», «К истинному православию» и «Открытым оком» 20 том. Цена всех книг 530 рублей. Упаковал посылкой, а сверху надписал на картонке кому и свои координаты и надпись о книгах. И сделал приписку, что это в подарок за то, что сказал этот Вадим слово по Евангелию. Брат Володя Пащенко, с которым мы живем в одной комнате, это зимой, ничего не зная, вдруг подает мне 500 рублей и говорит, это на книге. Игорь Домунов живет за стенкой. Когда он зашел, я показал на этот пакет и попросил узнать, где этот Вадим, и если не ему, то его знакомому передать. Игорь воспротивился, зачем же столько книг незнакомому, лучше бы одну, но я все же настоял на своем решении, сказав, что я об этом уже молился и мне так положено на сердце. Ушли братья, а я скорее на молитву, чтобы Господь послал эту встречу братьям. Они пришли в храм Покровский, а там готовятся к богослужению, и перед ними пробегает семинарист один, а за ним другой. Игорь и остановил второго и спросил про Вадима Четвергова, а тот первого тут же повернул к Игорю, и книги были переданы. Вот это я и назвал встречей – Сретением по молитве. Это оказался студент 3-го курса местной семинарии. А теперь думаю, не навредил ли я этому оратору. Книги же обязательно будут смотреть и другие, и, конечно же, и их учителя. Они тут же возьмут их на проверку и обязательно найдут в книгах крамолу. Симфонии аполитичны, они не очень заинтересуют, а вот в «Открытом оке», в кавычках, они сразу же найдут вопросы
про патриарха и про местного епископа. Тут и конец может прийти моим книгам. Или понесут их к епископу. Если семинарист упрется, то может лишиться очень многого в своей земной карьере. Но зато в духовном он бы выиграл. Это сражение для целой жизни или даже для вечности. Я-то эту братью в рясах ох, как хорошо знаю. Инквизиторы и лютые душители всего, что в их прокрустово ложе старообрядчество не входит. Если бы я был на месте этого Вадима, то ни в жизни не отдал бы книг, чего бы мне это ни стоило. Вот только благодаря такому отношению к своей свободе мне и удалось выжить и отстоять свои убеждения до сего дня и быть свободным во Христе Иисусе. Молюсь теперь об этом, ни разу мною не встреченном Вадиме. Да сохранит его Господь, и да не сломают его блюстители тьмы. Галатам 2, 5-6 стихи. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас, и в знаменитых чем-либо, каким бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Устав притеснение терпеть и обида, и гневом святым распален, Матафия, сын Иоанна, с сынами восстал за Господен закон, и с ними ревнители истинной веры, оставив богатство и кров, бежали с оружием в леса и пещеры от капищ презренных богов. Но так как закон воспрещал иудеям сражения в субботние дни, на них нападал в эти дни неприятель, и сотнями гибли они. Тогда их оплакав, оставшихся братьей, призвал он к оружию. Ужель допустит свершиться, а не истреблению, терпя, как терпели досель? И в первый же праздник повел он дружину с врагами в отчаянный бой. И враг был рассеян, и трупы долину как цветом покрыли собой. И так, сокрушая повсюду кумиров и гневом святым распален, с оружием в руках от руки нечестивых хранил он Господень закон. Николай Григорович.